В Якутске прошел первый публичный отчет о работе Федерации профсоюзов Республики. Его представил председатель Федерации Николай Дегтярев. В заседании приняли участие профсоюзный актив Республики, социальные партнеры и представители из Республиканского объединения работодателей. Они обсудили позицию профсоюзов по важнейшим вопросам социально-экономического развития Республики и положению трудящихся. Участники отметили, что необходимо уделять больше внимания решению проблем в области охраны труда, правозащитной работе и социальному партнерству. Вместе с тем, в этом году исполняется 100 лет со дня создания профсоюза работников народного образования в Якутии. Организация ведет активную работу по защите профессиональных и социально-трудовых прав членов профсоюзов. Мы в организации правового всеобучия используем такую признанную уже эффективную форму, как селекторные семинары, совещания. То есть у нас лекции по трудовому законодательству, читают специалисты по трудовому праву во все районы улусы. Проблем достаточно. Сейчас проводится специальная оценка условий труда, которая в определенной степени уменьшает предоставление льгот за вредные условия труда. Поэтому здесь должны быть какие-то внесены определенные изменения, чтобы осуществление этой проверки было объективным.